Вообще водопад. Привет, привет. Все приветствуют. Тухтар Алека. Мен Эльвира. Вот это не вара вар. Не вара, на вара. Фу, машалла. Ассаламу алейкум. Я же снимаю. Тиллахан апа. Вот, я же нашла прям настоящее золото. Тилла это золото. Сіз тиллану өзіңіз, о, яхшы көресіз. Сама тоже золото любит. Ну и вы золото любите. Получается. Ой, смотрите, 10-дневный теленок. 10 дней от роду. У него еще пуп висит, что ли? Да, пуп еще висит. Курвачи. Женщина. Смотрите, я трогаю, а там уже мама смотрит, переживает. Ой, такой. Иду. Рахмат. Идемте, друзья, знакомиться. Очи пуй на пуй. Красавица вышла. Я говорю, вы же на солнце сидите. Он говорит, я люблю солнце. А вы кушнели, Раймухаммас? Кардашлер, кушнелер. Ассаламу алейкум. Все дети, говорят, все свои, если что, чужих нету. Это все соседские дети. Посмотрите, какая красивая курпача. Это все киргизские узоры, орнамент. Очень красиво. И цветовая гамма очень яркая. Трайва. Смотрите, у нас еще гости. Вот наш Аксакал пришел. Самый старший брат. Это сыздан самый старший? Салам алейкум. И кишлак тоже. Это самый старший брат и по кишлаку самый старший. Ваш Аксакал. Старый человек. Сіз бұл кишлакта кәтті ақсақал боласыз. Это самый главный в кишлаке, это ақсақал. То есть любой, когда вопрос, лара, ему совет, ха? Совет дают наш, нас. Совет им дает по кишлаку. 500. Ой, 500 домов есть в этом кишлаке. То есть я спрашиваю, вот в кишлаке у вас проходит, например, свадьба. Они к вам приходят, да, говорят, они меня уведомляют об этом. Нет, который хозяин дома. Да, к нему приходят. К нему приходит и говорит, вот так и так, у нас будет свадьба. Ну, я свадьбу делаю, какие советы дайте мне советы. А бывает, что две свадьбы в один день? Или надо это как-то регулировать? Нет. В кишлаке не будет две свадьбы в один день. Регулировка келяхэмэ и катуй бэркэнгэад мэмкинмэс. А мне ниндэй совет вар набирается? Патаха бирамэс, эсэнаман яхшлаб өткэзэ бал. Дуаквы бирасэс. Они молятся, получается, делают молитву, совершают? Наставление, пожелание. Яхши тиляклер. Пожелание дает хорошее. И рахматлер, сол булинг. Тип кителер. Спасибо, до свидания. Так уходят.
у среднего брата? Да. Шесть. Шесть? Девять, шесть, пять. Семь. Семь? Кто совершил хадж, к его имени добавляют слово хадж. Хаджа. Вы посмотрите, с какими я людьми сижу. Семь, отец. Вы свои семь поколений знаете. Да. Он знает все свои семь поколений. Ну и вы знаете, значит, семь поколений. Он вам рассказал, наверное? Бунима? Дуану. А, это продавцы. Так, Сатуша, слышали вы на заднем плане? Это ходят так, продавцы продают что-то. Что-то ремонтирует. Ремонт? Швейная машина. А, быстренько ремонт, да? Смотрите, здесь ходят по кишлаку, то есть могут быстренько отремонтировать одежду. Жвачка. Жвачка у нас кан. Кордоны шпат, а я чихину стопку. Зуба. Зубы. Кыш. Дармашку ойып чихе? Елеп кеті даван кан. Турецкий? Вас 14 братьев? 6. 6 сестер. Братья. 8 дочь. Если всех позвать в гости, наверное, места у вас здесь дома не будет, да? Сколько у вас родни? Сейчас всех позовем сюда. Серьезно. Всех позовем. Серьезно, говорит, всех позовем? Ихние внучки, правнучки. У нас сегодня вообще здесь будет где-то 200 человек, 500 человек так будет. Мы же их не будем звать? Пожалуйста. Кишлакта как выбирают аксакалов? Аксакалов нас не выбирают. Не выбирают? А как? Они, короче, куда вы берете буду? Вот всякие где-то 80-90 человек берете, вы же аклы, думаю, идти бороться, вы же аксакал будут. Спросил, вот как выбирают аксакалов. Он говорит, у нас нет, чтобы мы его просто выбирали, то есть ни голосования, ничего. Он, есть человек, который доживает там 80 лет, да, то есть если его возраст подходит к 80 годам, это уже сам Аллах дает, что он будет аксакалом, он заслуживает уважения. Уважение. И с уважением, то есть он становится уже аксакалом. И есть у него ум. А, то есть чтобы он мог любой вопрос уладить, чтобы у вас был порядок в кишлаке. То есть заместителя. Всегда есть доверенные люди. Турма, а ты знаешь, кем сызгаярдам бира? Кем сызгаярдам бира? Хаджи. Средний брат. Младший заместитель тоже. Младший. Он манашаны. Мана догана. Здрасте, Эльвира, здрасте. Аллах тебе шахлару берсин, булачакларын өмір ерсин. Как сказать, бұл адамлар, тегі уважение, почет адамлар. Рахмет, мен сізнің білян дастарханда отырғанда. Рахмет, я благодарю за то, что меня пригласили за стол эти уважаемые люди, которые здесь пользуется почет, уважение к ним. И я сижу с ними за столом. Это далеко не было. Тебя так старать на все сильно. А я кишинер кошелю утрубать пешке. Мало кишка тайна повон, но сен. Когда сидят аксакалы, говорят, объясни ей. А дальше? Тут счастливая. А, тут счастливая. Девка, ага. Здесь нельзя женщина. Когда сидят аксакал, за столом не должно быть женщин. Вот ты и она счастливые. Мы счастливые. Потому что вы сидите с аксакалом. У нас айран называется. Айран? Айран, ага, айран называется. Я спрашиваю, вы часто видитесь? Он говорит, каждый день. Как ваша фамилия? Турекельдиев. Турекельдиев. Эту улицу можно назвать Турекельдиев.
Шаршара, улица Шаршара. Четыре гектара, 20 Трегельдиев. 20 семья вместе живем. 20 семей? Представляете, они 20 семей все вместе живут. Какой дружный кишлак. Ну, здесь я не успел приехать, уже хушкелем. Я сказал, зуб даю, приеду, вот и приехала. И у меня подружки, вот мои подружки. Вот это я понимаю. Я тебе тоже баян куплю и буду так же ездить. Как я не научилась? Гимн учим. Кімге ұқшады? Кімге ұқшады? Қарақалпағымыз қырғыз. Сейчас перед тем, как зарезать барана, сначала почитали. Хазер, все, дуа болды, хазер, суявар. Сегодня в этом доме собрались все родственники. Бахадырака, это просто вот у них байрам, просто праздник. Да. Бараны сегодня бараны, режут, да. готовят, разделывают. Да. Вот мы попали, друзья, с вами сразу на такое событие. Поэтому вот, сегодня я вам буду все это рассказывать и показывать. Идет подготовка. А вот бакалыл, да? Вот, бакалыл. Это бакалыл. Волчицы, волчицы. Это главное, мои маленькие волки. Густо яши куреля. Мясо любят маленькие волки, говорит. Вот еще один маленький волк. Тут главный маленький волк. Какие у папы уже помощники растут, да, помогают. Молодцы какие. Экинда? А Юлар хоч? Хоч. Хоч. Вот сейчас, друзья, пока разделывают барана, я вам хочу показать водопад, который находится прямо дома, да, у ЕГСД. Смотрите, какой у него водопад дома. Горы! Вот его дом, горы! Пайдалату! Вода вкусная! Самая вкусная вода! Самая вкусная, говорит, вода! Сколько километров едешь сюда? Там у нас, получается, бараны разделывают. Тут мои маленькие подружки. Посмотрите, у него водопад. Отсюда идет горы. Там водопад. Очень красиво. Амина, сэс, когда сэс суйдагас, когда вы резали барана, сэзнын углыгас тоже крыда басыптыгна харам. Я говорю, ваши дети также стояли, смотрели, как у папы учатся? Тоже боковой. Тоже боковой? Я говорю, тоже боковой. Сейчас все. Сейчас сыну передал.
Какая аккуратная разделка идет. По суставам мясо разделывается. Тек. Сейчас друзья будут подвешивать, чтобы было удобнее разделывать. Сейчас получается, я все, мужчины отсюда уходят, и я уже сюда приду с келенками. Все, тогда мы уже уходим отсюда. Пока мы ждем. Пока мужчины заняты делом, мы сейчас будем пока сидеть чай пить. Сейчас, с женщинами. Там коров меня зовет. Меня в этом доме приодели. Вот какая я красивая стала. Кем я ухшаш? На кого говорю похоже? Она говорит, Мила, на меня. Молодец. Маникюр так и стоит. Маникюр. Хана. Хорош. Смотри, здесь хана. Тут хана. Там кем-то хана бар. Мандада ёк. Она синяка чырайлы, чырайлы була тагын. Синяка бына ободок бар тагын була. Так, маленький внук, что у нас есть? Сама телефон была, телефон. Она. Телефон. А, телефон. Спасибо. А, ободок чынна была. Чырайлы деп киеп кой? Чырайлы деп. А мальчику? О, как разделка мяса проходит. Все, мы выкладываем все внутренности в таз. Так, сейчас посмотрим. А, берем внутренний жир сейчас. И чага, барбит. А ну, бля, не макла, а в кат-класс из моей чага, бля? Я спрашиваю, из бараньих кишков вы потом что-то делаете? Она говорит, да, мы их чистим, подготавливаем, потом варим и кушаем. Мен зур курамен. Ой, мен яхши курамен и чага. Сильверем золото. Сварим, говорит тебе, говорю, я люблю, говорит, сварим. О, молодец. Пришла помогать. Легкая, чистая сейчас. Да. Это, сейчас воду а, сейчас у нас получается это легкое, чистят, разделывают. И потом? Сейчас повешу, потом манты делают. Из этого будут делать манты. С этим мы даешь управлять, да, манты? Да, Илон. Илон, змея, говорит. Ого. Пока у нас женщины моют кишки, здесь идет уже разделка барана полным ходом. Какие куски шикарные. Курдюк. Курдюк на его просто вы в еду добавляете, да? Курдюк думбэ бу бэр бэр ку. Джизза делаем. Курук буур называется. Разрезаем. Койрук буур. Койрук буур. Печень. Это тоже устуха называется. Куда пошли? Кара.
переезжают наверх. Ты пяляки тыляр. Наверх уходят, переезжают со своими курпачами. Место шупой готовят. Суп, да, как? Нет, нет, мясо готовят, шупа делают. Пешкерники устухан делают и кур-кур делают. А сегодня что будут готовить? Сейчас вот. А, мы будем куйрук бою. Я вам новое блюдо покажу, значит, мы будем показывать новое блюдо. Да, да, да. О, куйрук баур. Вообще, дословный перевод куйрук это хвост, это баур это печень. Это традиционные обычаи. Какой острый нож, да, у него? Трун-трун. И все. Смотрите, нож какой у него острый. Как меч Амир Тимура. У него, говорит, нож как меч у Амир Тимура острый. Все, мы уже разобрали барана. Хазу. Хасап? Бокаун. Хасап. Быстрый, молодец, быстрый. Как это? Как это по-киргизски, узбекски? Тиз эшнакаласы. Вот. Бухауляка. Хороший человек. Да. Все, у нас уже осталась нога, курдюк. Сейчас вот, разделать вот. Да. Устухана. Самый старший устухан. Вот. Это самому старшему дадут? Йонбаш. Йонбаш называется. А вы сами какую часть любите? Сіз яхши куресіз, ниндейні? Айтыны дейді. Ему сейчас қауырға. Қауырға? Дар еще много лет. Ребро. Қауырға. Йонбашқа әнші барады. Сақалқой чықшы керек Йонбаш. 40 лет проживут он. Сейчас только можно дать ребро, да, пока? Да, до вот этого серьезного места ему еще расти и расти. Да, говори. Асакал будут. А пока только ребро. Да. Ну, а яхши курянинды не масон. Вкусно? Вкус мечтает. Вот Йонбаш. Сейчас мы смотрим Йонбаш. Вопты? Все? Вот так вот. Острый нож, ловкие движения, руки. И у нас уже разделанное мясо. Да. Остальное встретимся у казана. Вот сюда у вас остается голова барана. С ним что делать? Готовим. Тоже главным дают. Тоже, тоже варят, чистят, дают ее аксакалом голову. От волос опаливают, потом ее чистят. Потом варят. И просто варят. И аксакалом. Потом готовят. Что старше ему дают? Он... Все 40 баш. Да, да. Все пробовали? Он же сам не есть. Он пробует, попробует, потом он ее, аксакал ее только пробует, потом он раздает, раздает обратно. Да. Всем. Да и детям всем? Это бог есть. А, что, знаете, для чего это делается? Чтобы все были единым целым, одной головой. Да. Ну, как бы одной головой, если дословно говорить, так, чтобы единое целое. Ну, у вас кишлак очень сплоченный, да? У вас все дружные. Потому что все родственники? Родственники. Родственники. У нас еще... У нас брат есть, беженец, который... А тут оставайтесь... Знаете, да, что они намекают? Я говорю, я уже все, ваша стала, как родственница. Они говорят, все, ты уже наша. Вон, говорит, уже мне жениха нашли. Брат, говорит, у нас есть, если что, они женаты. Спасибо. 1 гектар земли у него есть. О, гектар земли есть. Гектар земли это хорошо. А кто работать будет? Он сам семья работает. Видели как? Не то, что ты будешь работать, в семье работают все. Будешь приказывать, он работает.